Так, стоп, спрашивают, готова ли наша команда. А готова ли наша команда? Ну-ка я чекну, подождите. Привет, ребята! Привет, Вугот! Так, надо вас настроить, вы очень громкие, подождите. Так, все, все готовы, просто за 5 минут до ивента все пипилендовцы уже на сервере, понимаете? Игра начнется через 5 минут, let's go! Как же мы хороши, как же мы хороши! Обалдеть. Когда такое, наверное, что-то вообще было? Вот реально. Факт. Просто никто не опоздал, ни единый человек. Покажи скин. Ой, да, ребята, вы же в наших скинах командных, я надеюсь, да? Да. Привет. Так, у нас 4 секунды начала, ребята. Я предлагаю ментально подготовиться и сделать всех в этом чемпионате. Что вы думаете об этом, а? Я не думаю. Делаем, делаем. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, ой, блин, я просрал. Там, как покинуть паркур? Я пропустил, там уже таймер же, да, и типа, да. Я пропустил фейерверк и вообще все. Простите, я дурак. О, ну вот, так. О, понял. Шерстяная потасовка. А нам даже не дали выбор. Чангбин. Не-не-не, это не выбор, это они пока только презентуют все ивенты. А, это казино. Гамблкор, let's go. Салочки. Быстрые голодные игры. Спешные строители. У, я вот чемпион просто этой игры, я покажу, мы разорвем всех. Взрывучие пески. И догони меня, кирпич. А. Кайф. Голосование в игре. Ну что мы хотим, ребята, из этого? Я кирпичи не хочу. Я не знаю ничего из этого. Чанг Бинго смешно звучит. Ну Чанг Бинго, мне кажется, не на начало. На начало нам надо что-то типа... Паркур разогнаться. Салочки, это, наверное, паркур, я не помню. Какие салочки? Ну, салочки это не разогнаться, это нужно уже разогреть. Я. А, подожди, тут просто паркур есть, я слепой. Окей, да, значит паркур, сорян, я дурак. Какой паркур? Я не увидел. Да не, кажется, ты сможешь, мы огурцы. Я упаду, сломаю спину и не смогу ходить, буду на коляске. Ты огурец, у тебя нет спины, все нормально, мы предусмотрели это. Я свой стержень сломаю, нормально, нормально. Совет, помоги мне, вот вы. О, куда-то. Что-то появилось, да. Можно пока рассмотреть карту, воспользуемся как бы этим. Блин, карта новая, кстати, я такую не видел ни разу. Тут такие, это отсылка на картину вот этого чела. Это кто вот это рисовал? Часы такие текущие. Это Ван Гог или кто Ван Гог? Это? Ван Гог. Ты умеешь смеяться, как Питер Гриффин? Мне кажется, Кансер должен уметь. Не тренировался. Я могу пробовать, конечно. Попробуй. Ну нормально, близко. Мне нравится. Это the horse is here. Мы пока с канцером можем взять крутой огуречный скрин просто нашего огуречного брата. Огуречные огурцы. Подходи, Немас, подходи к нам, давай. Сила земли. Прямо во мне. Все, таймер идет, ребят. Все, на фокусе, сосредоточились. Сейчас идет гейминг жесткий. А давайте, короче, кто первый засмеется, тот проиграл. Ну вот во время паркура. Без проблем. Но будем смешить друг друга жестко. Я буду молчать. Нет, нет, Кансер, так нельзя, нужно что-то говорить, чтобы было смешно, иначе, ну, в чем смысл? Я, например, знаю, колобок, что Кансер очень любит слова, в которых есть Сус. Например, Иисусик. Я люблю снюс. Перестаньте. Там нет Суса, ты путаешь. Блядь, я форсен. Это круто. Ты курочка, получается? Ну, я пока, кстати, неплохо иду, я никого вообще не вижу впереди себя. Может быть, все невидимые, конечно? Может, я иду никуда. Все невидимые. Блин, отстой, я думал, я сам... Все невидимые, да. Я прошел первую фазу, ребята. Тоже? Хорош. О, блин. Кансер, ты бы хотел съездить в Суссекс когда-нибудь? Я бы в Суссекс съездил. Или, а Суссекс есть? Подожди, что? Суссекс есть, это в Британии. Графство Суссекс. Ты реально не знал? Нет, в Британию ездить не только, нет, только под угрозой жизни. Я проиграл под угрозой жизни. А тебе падаю. Я не хочу жить, нет, только не это. А, да, ну так тоже можно. Чуваки, тут дальше паркур на огурцах, это наша сила, это наша сила. Мы это выиграем 100%. А сколько, интересно, всего этапов? Да надо сосредоточиться, я что-то это, вообще у меня руки из жопы. 7, блин, ну тогда мы неплохо идем. Тогда мы идем неплохо, в принципе. А как? Медуза из губки Боба. А как? Я типа должен плыть? Чего? Там какой-то вообще нереальный паркур начинается. Там какое-то безумие. Я в шоке. Это типа вот так я должен? Чё? Как это? Что? Я никогда в жизни такое не пройду. Это вообще что-то новенькое, чуваки. Я не знаю. Как отсюда туда? Чё вообще? Да, я долетел. Пожалуйста, чекпоинт, пожалуйста. Пожалуйста, да, я самое сложное прошел. Там, короче, будет паркур, в котором надо, короче, по воде плыть. Типа,
не запугивай. Я просто предупреждаю вас, чтобы вы знали, что делать, когда увидите. Там тебе будет место, где прыгать некуда, и в том месте, короче, надо... Я не знаю, как сформулировать просто. Вам нужно цепляться головой за воду будет, и вот плыть по ней. Ага. Вау. Ну, я надеюсь, я дойду до этого места. Так, пожалуйста, 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 пожалуйста. Сюда! Я на пятой фазе, ребята. Боже, ты идешь. Я геймер, понимаете? Тысяча лет Майнкрафт чемпионатов не прошла зря, я упал. Блин, вот бы реально быть самым крутым вообще, ну, то есть в этой игре. И пройти первым. Я буду так счастлив. Это будет наша победа в таком случае. Мистер Флинт прошел тоже подводную, я вижу, Одиссею. Это получается, он за мной прямо сейчас, как минимум. Так что расслабляться нельзя. Расслабляться нельзя! Герой? Я тот еще герой, чат. Я такой герой. Ну, чекпоинт, пожалуйста, герою нужно. Требуется чекпоинт. Так, я его вижу. Сюда! Там чекпоинт далеко. Ну, не то, что далеко. Да на самом деле все просто. Вот после воды все просто достаточно. Плюс-минус. Блин. Ну, я пока на подводной Одиссее сижу. Ну, она самая сложная пока что вот из того, что я видел. Там дальше... Да, ё-моё. Ух ты ж, ё-моё. Да! Шестая фаза, ребята. Ого. God damn. Канцера, где ты? Давай, мы не будем дезинвалить команду и... Так мы не дезинвалить... Нет, ну мне реально интересно. Ты в любом случае молодец. Не скажу. Это будет ну, таким... Канцер, ну... Интрига будет держаться, знаешь, будет интересно. Где же канцер? Но в конце ну, ты скажешь, же? В конце ты скажешь. О. Да мы и так на первом месте. А, кстати, мы в натуре на первом. Я только сейчас посмотрел. Йоу. Не расслабляться. Не сила огурцов. Да, не расслабляемся реально, не расслабляемся. Я на фул фокусе вообще. Я на пятой фазе. Сюда! Какой-то прикол. Как я туда могу попасть? Я могу туда попасть, окей. Отсюда как? Ух, блин, тут головоломки какие. Я руиню просто как ребенок. Нормально, ты впереди нас всех, ты очень хорошо идешь. Буквально лидер. Ну да, но этого лидер мало. За нами, за собой. Меня кто-то обгонит, не, это будет нормально. Позор, стыд и срам просто. Пятно на моей карьере, понимаете? Мы все равно будем тобой гордиться. Не знаю, я бы не гордился. Почему, Кансер? Почему тебе жалко? Тебе, то есть ты зажимаешь, обидно тебе, да? Это все потому, что я когда тебя поиграл, победил в шахматы, да? Ты позор партии. CCP тобой как бы не рада. Просто гордости. CCP мной не рада, блядь. Сегодня вживу в пенопластовом доме. В асбестовом. Оно. Да нет, да почему я не допрыгиваю? Ребята, кто сделает вдохновляющую речь? У нас 2 минуты 40 секунд осталось. Кто-то должен это сделать. Сдай ЕГЭ! Просто возьми и сдай ЕГЭ! Твои друзья! Дальше тоже не помню. Не друзья. В этом месте, ребята, мы сдали позиции. Ой-о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 й. Я на шестой фазе, нормально, я двигаю. Двигай, давай. Ну это потому, что я застрял, это я во всем виноват, ребята. Да, реально, согласен. А тут как? Да нет, ну пожалуйста, я в одном блоке от чекпоинта говна сраного, ну нет. Ну я должен за минуту это дойти хотя бы, ну пожалуйста, божожда. Божожда, отпутите меня. От пути не путю. Ну кому я говорю? Не надо. Это была ошибка. Я признаю это. Так. Быть не может. Я дошел до чекпоинта, ребята. Но мы даже так не первые, что... О, ну как? Подожди. Это не может быть. Минута. Так, за минуту прохожу сейчас с первого раза вот этот новый кусочек. Это неправда, я не верю. А как? Я не понимаю. Я не могу допрыгнуть. Что? Как? Я не понимаю. Они хотят мне сказать, что я должен вот отсюда запрыгнуть на этот столбик? Это невозможно. Может, сумасшедший, должен... я согласен, просто бред какой-то. Оттуда туда, типа, как-то? Ну это бредятина, это невозможно. Нет, что? Я не понимаю. Я просто сейчас не понимаю. What? Пью. Обычный 3 плюс 1. Блять, паркурист со своими терминами. Я не понял, я не знаю, что такое 3 плюс 1, ребята. Обычный 5 плюс 6, 8, 25, 6, 7, 8, 5, 3. Shift и пробел, блять. Control. Control. Последнее! Мне кажется, я мог так допрыгнуть все-таки, но... Да, пососик, ладно. Смотри, ребята, я вас не закидал, простите. Ну я первый же должен быть, ну обязан. Подсчитываем очки. Так. Мы топ-3. А личные покажите. Не надо, пожалуйста. Должен быть первый, давай. Пожалуйста, не надо. А личного... А, ну личный сейчас будет в лобби. Нет! Куда смотреть? О, блин, у меня мало монет, что-то очень. Игроков.
Владик! Владик со мной поравнялся, обалдеть, псих. И там Трефис еще, этот киберспортсмен. Я близко к тебе был. Хорош, Черри, хорош. Ну, у нас так-то, получается, все, кроме Канцера, в топе. Но Канцер у нас победит на другом командном режиме, 100%. Он сейчас порвет всех просто. Канцер, ты порвешь. Ты, главное, верь. Я не сомневаюсь, я так захайпен сейчас. Ух, бля, во мне столько энергии. Сейчас всех убью, просто порву, совершу пару военных преступлений. Yeah, let's go. Нет, розовых человека нет. Ой, кстати, реально. А что делать будем? А он как? Кто розовый? Поплевать этим. Так, ну я надо выбирать, даже надо выбирать. Не знаю. Может, салочки что попробовать? Что за успешный тест-трейд? Мне кажется, салочки, реально. Салочки — это что-то веселое должно быть. Пески, пески. Я забыл, что такое пески, честно говоря. Это не тентера? А что розовые? А, воу, все, у них розовый уже зашел обратно. Все нормально, живем. Я очень надеюсь, что меня сейчас нормально все подгрузит. Возможно, все будет произойти. Так, а, это Тентаран, ёлки, ну, Канцер, это твой зон сейчас, я знаю, я чувствую. Я сейчас всех за Тентаран. Я знаю пароль, я вижу ориентир, я верю, что рандом Канцер спасет мир. Я просыпаюсь сейчас дня и думаю, ой. Я топ-1 турнира. Я не иронично топ-1 турнира. Там, ну, там Владик еще топ-1, но мы с ним вместе топ-1. Вот, это просто владельцы канала Сырой Пугот, самые лучшие, очевидно. Это вывод, который нужно сделать из всей этой истории. По-моему, я упал немножечко. Я упал. Ну нормально, мы справимся, ребята. Первые этажи не имеют значения. Вот с третьего. Ну я уже на третьем. Серьезно. Ну я тоже на третьем уже, да. О, я блин, у Владика какой-то скин. Я не понимаю, что это за скин, я хочу рассмотреть его. Это скин девочки. У него какой-то, да, у него скин какой-то геймерши жесткой. Да нет, там лор есть у них, у скинов всех там. Там, они выдумали себе личности для этого, я надеюсь, всего? Ну, одна личность точно есть, там у Федотира. Ну, вот такая личность особенная. Не падай. Хорошо, я не буду. Ребят, пушка попросила не падать. Можете не падать, пожалуйста? Хорошо, я буду летать. Я взлетел сейчас от ради этого просьбы просто сейчас. Хомячок! Хомячок, я тебе без корма оставлю, сука. Как? Почему? У меня... я на последнем уровне, ребята. Шутки кончились. Хайп. Это не хайп, это кончились. Отстой. Не, нормально. Антихайп. Это посос полный. Какая большая карта, зачем? Ты живой? Мне страшно, я слышу, как бьется мое сердце. Это нормально, это значит, ну, это хорошо. За мной бежит кто-то, я прям слышу, как он... Да, я вижу, это барабуша. Ой, ну бывает такое. За вами бегает агрессивный баребух. Блин, еще 20 живых игроков. Ёлки-палки, сколько? Ну мы хорошо идем. А мы все еще живы? Вроде бы. Вроде нормально, бы. Молодцы. Все, кроме меня, все правильно, да? А, ты жив, уже, Канцер, да. Ты жив в наших сердцах. Ты всегда будешь. Спасибо, спасибо. Да, пушка ко мне лезет, реально. Да. Он подкатывает ко мне. Это неприемлемо, я считаю. Надеюсь, я его там подрезал. Этого я человека. Упал! Нет, подрезал. Блин, а это ты был, что ли? Я тоже упал. Вам. Невас, давай. Не, это не Невас был. Мне показалось, я убил Неваса случайно, но это был не Невас, все нормально. Давай, Невас, у тебя миллиард блоков, просто аккуратненько прыгай. И ты типа очень долго можешь тут выживать в этом месте. Ну или не. Ну не, нормально, у тебя очень много блоков, реально. Понял. Налегке. Да. Хороший первый трай, хороший. Ну да, топ-3. Просто тут как-то блоки, вот они как-то не всегда ожидаемо работают, типа, вот я. Типа, я не понимаю, я смотрю в одно место, а блок типа ломается в другом, как будто бы. Да. Когда демон упал. Мы третьи. Именно ну, сейчас мы понавыживаем. О, ну мы-то сейчас уже на опыте. Смотрите, старта, падаем сразу на третий и начинаем там резко ломать все. Ух ты ж. Пробуем. Хорошо. Хуже не будет, хуже точно не будет. Главное, смотрите, если вы упали с третьего на четвертый, уже full фокус, прям вот аккуратненько, медленно, не спеша. И все получится. Так, падаю на второй. Услышался городок. Падаю на третий. Все ломаю. Мы прямо команда, кайф. Мы. О, кто-то пролетел прямо сейчас, я видел. Сюда уже люди падают. Да еще один, работает. Только мы сейчас тоже все упадем, потому что здесь снег стал. Не-не-не, мы справимся, нормально, мы геймеры. Я геймер. Я жесткий геймер. Нет, я упал. Но на четвертый. Хорошо. Подставляю людей на пятом. Хорошо. Молодец. Красава, машина. То жестко забитбоксит, пока мы прыгаем. Нас не победить.
Просто музыка для ушей, ребята. Бля, я буду Владика войс сейчас просто. Владик занят, он проигрывает сам сейчас. Он сейчас выигрывает, наоборот. Он проигрывает. Уверен? Уверен. Я главный здесь, я уверен. Я разбираюсь. То есть шоурик, я понял. Подстроено все. Ой, спи. Ребята, я вижу особенность карты, мы можем очень сильно туда обузить. Какую особенность карты? На пятом этаже. Нет, он опять сработал не так, как часть. Я думал. Ну что за бред? Что за особенность еще раз? На пятом этаже есть огромная часть карты, на которую нельзя упасть с четвертого. Ее можно просто обрезать, чтобы там прыгать по одному блоку. Сделаем. Только я не знаю, насколько рано надо туда падать. Можно на четвертый упасть, там начать обрезать уже после этого. Погоди, а как мы на четвертом обрежем? А, ну да, я понял. То есть, чтобы с четвертого на пятый не спрыгнули, да? Да, просто там таких мест всего три, либо да. два. Походу, я три. Попытался в этом раунде сделать, но я упал. Угу. Окей. Не, ну в принципе, да, если мы сразу на четвертый бухнемся, я думаю, может прокатить. В натуре, ребята, тогда нам надо держаться как можно выше, отмена этой страты. Понял. Подумали. Подумали, реально. Спасибо за инфу. Дрочит очки. Ага, о, упал. О. Опять Хома Чел, пипец. Мы топ-3 каким-то образом. What? Мы все еще топ-3, да, мы хорошо идем, хорошо, нормально. Кансер на восьмом, кансер просто, муа. Изи, сюда, геймер. Хорош, да. Так, теперь держимся наверху. И улутаем просто топ-1 прямо сейчас. Да, как делаем. Как можно делаем. Выше просто, как можно выше, ребята. Делаем, показываем, как надо. Я упал на второй. Я упал, на третий. Ну, смотри, ну здесь бывает такое, жизнь такая несправедливая. Блин, тут 7 монет дают, сколько? Пец. Это прямо мощно. Да что опять это геймерша Владик у меня тут на полэкрана просто, ну и ну. Ну и дела. Ну вроде я привык к системе того, как блоки дистрибьютятся, типа. Вроде у меня что-то даже получается. Фатальная ошибка! Живу. Нет! Это тира скин Поднебесного? Нет! Оно задетектило опять не то, что я хотел. Кто там еще остался жив, кроме Скажи, вас? Скажи, пожалуйста, Делфреди еще живая? Да. Проблема, она у меня. Блин, тут очень много, конечно, блоков у Делфреди. Ну, нормально. Вы, главное, не ошибитесь по-глупому. Падает! Ребята, все, топ-2 ваш, топ-2 ваш. Мы выживаем. Мы победили. Yes. Хорош, Черри. Ну, у меня блоки кончились. Сюда! Как же вы хороши, ребята. Это все силы земли, ребята. Йоу, мы реально на первом месте. А я прекращу падать. Куда-то падаю. Передай Черри, что Делфреди он. Опа. Вот да? Такая вот информация поступила. Ой-ой. Эти ваши... Блин, у Владика все... Тебе реально больше очков. Что за дела? Это что за дела, Делфреди, реально? Это типа, мужик? Это не круто. Так не должно быть. На самом деле, мне даже неловко. Я не думаю, что мы так хорошо будем играть. Типа, я теперь реально чувствую, как будто я собрал небалансную команду. Но мы же все обычные. Типа, почему мы выигрываем-то? Я не понимаю, а? Может, все остальные просто, ну... плохие. Ну, блин, ну я бы не сказал. Типа, я бы не сказал, что, ну, типа, мне кажется, что много скилловых людей. Ну, Владик точно там лучше всех играет. Тащит на дно. Ну, я как настоящий балласт. Ой, это мой. Так, что нам теперь надо? За что бы вы хотели проголосовать? Салочки, мэйби. Я бы попробовал, да. Да, хорошая идея. А, ой, голосование в Дискорде. Ну что ж, ребята. Ну мы подождем. Они копируются, да, ссылка? Блин. Короче, discord.kubaserver.net, ребята, голосуйте. Я бы выбрал, наверное, салочки, но можете затроллить нас и выбрать то, что вам по кайфу, в принципе. Потому что так и так, если мы сейчас что-то выберем, это победит. Поэтому выбирайте, что вам по душе, окей? Типа, что бы вы хотели как зрители увидеть? Как зрилы мы бы хотели Дианон. Не знаю, салочки победили.
Пипец. Вау. Доступа нету. Блин, ну тогда ошибка получается, unlucky. Сорян, что он уехал на вас чат. Видимо, что-то не так настроено было. Ребятам, скажу, так сказать, на опережение, но в догони меня кирпич. У меня уже есть опыт. У меня в детстве пролетал кирпич. Если это оно, то... Ну, у меня там есть опыт. Блин, салочки, это вот это, ё-моё. А что это? Ты не хотел? Это нужно людей догонять. Да, это, короче, трое игроков из команды убегают, а один из другой команды догоняет. А ты что думал? А я не думал. Ну, нормально, нормально, я думаю на скиллухе сейчас. Я тогда первый попробую подогонять, потом поделюсь с вами опытом. И расскажу, как хорошо, оно. Хорошо, да, расскажешь тактики там, распрыжки. Да-да-да. Самое главное, короче, вот на этой карте, если за вами бегут, вы можете очень жестко оторваться через всякие лифты водяные, но это надо, чтобы у вас было достаточно между вами, типа, расстояние, чтобы вы, когда зашли в лифт, пока вы вот заходите в него, да, медленно, он вас не ударил. То есть у вас где-то блоков 10-20 должно быть защиты, скажем так, да, от этого. Вот. Так, я иду охотником. Попробую быть. Мы вверху. Мы убегаем. Там посмотрим. Да, вы трое убегаете, вы заспавнитесь в трех разных местах этой карты. Оцените, кому бежит игрок. Этот один игрок, к которому он побежит, его задача будет как можно дольше убегать от того, кто за ним бежит. А вы, типа, другие, вы, типа, максимально рассоситесь по карте, типа, рандомнейшим образом просто. Я поймал девочку Матрию 9, если что, прям сейчас. What the fuck? Просто сверху спрыгнул меня, блядь, охотник ебучий. Такое бывает. Бобёр! Бобра надо отомстить. Бобра нужно найти. У меня остался Владик. Найди, эпичная рэп-битва в Майнкрафте, наконец-то. Стример против нарезчика. Сегодня, ну, не будет ничего эпичнее, мне кажется, этого. Кто-то останется без зарплаты. Факт. Владик, ты должен поддаться мне ради хорошей нарезки. Вернись. Блин, он очень хорошо убегает, на самом деле. Я, наверное, его не догоню. Хотя, вроде, тут он пососал. Ну-ка. Расстояние не очень большое. Но это надо, чтобы он ошибся, чтобы я догнал. Я ошибся, я не догоню его. Посос. Ну, ребят, я поймал двоих, как-то так. Мы вдвоем живы, пока что. Мы вдвоем выжили. О, выжили, выжили. Мы против самой сильной команды сейчас сыграли. Вы выжили все, да? Не, канцера не было. Ну да, да, я пожертвовал собой просто. Канцер молодец, ну команда еще друзья, демоном учился. Давай еще раз попытайся, давай. Хорошо, хорошо, хорошо. Мы все будем верить, давай. Да, оранжевые. Вот сейчас самая сильная команда тоже будет. Самая сильная, вторая самая сильная команда. Ой, хорошо. Шэдоу демон, да. Канцеру прям с тобой. Вижу. Парни, вы чего наделали? Не спускайся головой. Меня поймали. Нет, я не успел, секунда! Посос! Я совсем чуть-чуть не успел. Там было прям очень близко. Нас говно. Так поймали. Да, совсем так, чуть-чуть. Так, кто теперь, черри попробуешь? Я могу попробовать, да. Дайте канцеру раскрыть себя. Ну, не надо. Не надо. Попозже раскроем еще как. Так, кому бежит? Бежит немец к тебе, но он упал. Не падайте просто вниз сейчас. А, да? Блин. Канцер. Да как? А почему они быстрее меня бегают, нормально? Ну так ты, наверное, не... Я бегал. Ноги не качал, что ли, да. Что почему? Видимо, да, да, скипал день ног. День ног пропускал. Unlucky. Ты сейчас видишь его? А, я вижу, да, я вижу, где он. Он внизу, а я наверху, нормально. Он рядом уже, не вас, беги. Нам надо с тобой рассосаться как-то по сторонам разным. Я, короче, вниз спрыгну. Он спрыгнул за мной. Не беги туда, куда я бегу. Не, у вас инфа есть какая-то? Я выжил. Я одного только поймал, мне очень тяжело было. А чё ты молчал, Невас, тебя не слышно? Меня не слышно! Тебя не... А я кричу, говорю, он на спине, он на хвосте. Понятно. Блин, ладно. Ну он тоже только одного поймал, нормально живем. Чё, Невас, попробуешь бегать или нет, или как? Или кто? Давай, давай. Хочу строить. Давай. Невас, давай, делай. Налегке их. Так, мы сейчас против, я так понимаю, фиолетовых. Да. На кого бежит? На меня бежит, по-моему, Криставлен. Да, на тебя. На канцера. Нет, бежит. На канцера. Да блять. Канцер, давай. Канцер, реально, ты, короче, просто без пробела бегаешь. Это проблема. Тебе надо пробел тоже жмакать, прыгать. Так, Невас, по-моему. Нет, не на тебя. Он на меня. Да, он на меня. А, Невас же там, я дурак, да, черри Фокс, да, реально. Но он на тебя, да, я просто жду. Погоди, он внизу, а ты наверху, можешь просто тянуть время. Так, он побежал ко мне. Ой, время туфки взял. Он за мной, да? Ты их разваливаешь? Я пока его не вижу. Ну да, он внизу. Он за тобой. За тобой прямо. А чё ты стоишь-то? Я смотрю на него. Красивое.
За мной, за тобой, не знаешь? Не знаю, я бегу. Кусяти. За тобой, блин! Я запрыгнул. Блин, 3 секунды, я выживу, наверное. Да, выживаешь. Далеко. Давай их поймал. Нормально. Пока ровненько идем. А, Людоко не поймал, чё? Дээ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 э Это у нас четвертый был раунд. Так. Хочешь еще раз попробовать? Ты пока что прям очень хорошо ловил. Ну давайте я попробую, да. А, ты? Я вот нажал. А, пофиг, давай ты. А, ну нормально. Но сейчас должно быть чуть проще, потому что розовый пока в самом низу. Канисер, не забывай прыгать. Спасибо, Свет. За мной, да? Конечно. Да. Пугал меня Черепов, жесть. Блин, мы зря вместе бежим, сейчас нас двоих поймают и будет сосалово. Да не поймают. Ой. Ну, он бежит за кем-то, за вами. За мной. Тяжело. Запнулся. Не, в другую сторону. Фугус за тобой бежит. Да елки-палки. Я еще и вниз спустился, как дурак полный. Он в другую сторону бежал. Он в центре. Да-да-да, к тебе бежит, Черри поднимается. Ну, отрыв нормальный, в принципе. Я думаю, доживем. Не затупи и доживем. Я пробую. Хорошо, 2 секунды, все, живем. Кайф. Хорошо. Йоу, Невас всех убил? Хорош! Я не знаю, они боятся и каждый раз прыгают вниз самый. А я уже там. Сосалочки? Не-не, сосалочки будут, если сейчас мы не выиграем. Попробую я или нет? Давайте. Канцер ещё не разыгрывал. Блин, ну, канцер на сладенькое. Да. Да, на другую игру там. Нет, канцер на сладенькое будешь. Ну ты сможешь, я верю. Только прыгай реально, ну и все будет круто. Хорошо, я прыгаю. Обещаю. Хороший, сладенький. Она идёт на него. Прыгаю, роднуля, прыгаю. Прыгаю. Давай, прыгай. Нева за тобой все еще. Так, упал, ошибка. Фатальная ошибка. Я не вижу. А, вон он. Упал. Поймал. Он меня поймало. Кто? Невас, ты чего? Всех! А там... Возможно, у нас тоже всех. Ты выжил уже. Хорошо. Хорош! Фу, страшно! Страшно! Топ-3! Так! Кого берем на ласт раунд, чтобы шлифануть? Канцер, побеждаешь. Реально, канцер, делай. Шлифану, блядь, вам сейчас. Давай, канцер, делай. Они сейчас все испугаются тебя, увидят, о, будут подходить, кричать, канцер, скажи мое имя, и ты их поймаешь. Да. Скажи бесплатный автограф просто, знаешь. Так, побежи к тебе, Невас. Ну чё ты стоишь, делай что-нибудь. В смысле, я жду пока... Сторону выберет, Сейчас обе стороны. Да как это? Надо бежать с первой секунды, вот как только игра начинается. Не, если с первой секунды бежать, он сразу играет этот направление. Так, к тебе бежит Черри. Ну ты, собственно, видишь. Разрыв большой, но надо тебе, ну, не тупить, все такое. За тобой бежит. За мной? Да. По полу. А, так если по полу, то поднялся. Как и упал. Здесь вообще. Все еще бежит. Поймает сейчас, наверное. Нет, не поймал. Отстал. А, у меня просто игра отключилась. Лишь коннект отключился. Держи в курсе. В смысле, ты вылетел? Ну да, я не знаю почему. Канцер, ты сколько поймал? Я поймал вылет из игры. А, все. Блин, обидно. За это не дают доп очки. Не, ну я бы на самом деле начистил соточку. Вот так, для справедливости. Там поймал бы всех. Ну нормально, мы неплохо сыграли, ребята, объективно. Мы на втором месте! Это не обновленная инфа. Или нет? А, да, мы на втором все еще. Мы все еще на втором. Там 13 очков подобрались. Разницы, йоу! 12. Мы можем. Мы все можем, ребята. Давайте мы все их на банку, посадим. Как думаете, кто-то из людей, которые тут спидранеры? Может нам бинго вот это, там есть чанг бинго. Чанг бинго, может, поиграем? Ну пробовать будем или нет? Можем. Там нужно еще механики использовать. Там вроде бы есть ТП к этим, к союзникам. Какой чанг бинго вообще? Ну там типа чанки, и вроде они открываются, когда ты определенный предмет добываешь. И типа чем больше айтемов ты добыл, тем круче ты. А есть список, чем мы добываем?
Ну, карта в руке там, типа, показывается. Ну, давай Чангбинго такая. Давайте Чангбинго. Где оно вообще? А, строители, кстати, новые. Ну, строители, я думаю, на сладенькое. Походу, мы повлияли на общественное мнение, и Чангбинго будет Let's Go. Это победа. Ура, я люблю построить голосование. Юху. Купить голоса. Голоса ВКонтакте. Ребята, вы когда не задумывались, что ВКонтакте покупаются голоса? Наши. Я недавно регистрировался, нам сделали дистанционку у ВКонтакте. Неиронично, их сервис для логина называется ВКИД. Это просто кошмар. Я чуть не подавился, я сейчас пил воду. Приятно. Спасибо, это вкусная вода, очень реально. Я уже в светлой пустоте. О, а, все, да, все, на месте. На месте. Это единственный режим, в котором у меня нет опыта, получается. Блин, тут карта страшно. Вообще другая. Там раньше был плоский мир, вот. Так, напоминаем правила. Карта мира — это и есть карта бинго. А команды появляются в одинаковых независимых мирах. Каждый мир будет разделен на ячейки. Одна ячейка, одна клетка карты бинго. Ваша команда стартует в центральной ячейке. Давайте ресурсы, создавайте предметы, как будто это классическая бинго. То есть нам надо собрать линию из чанков? Информационный дисплей на границе ячейки. Дисплей появляется слишком высоко. Подойдите к центру границы и жмите ПКМ. Окей. Для разблокировки ячейки бросьте предмет, изображенный на карте, в сторону границы, вы будете получать от 50 до 100 CBZ, в зависимости от дальности ячейки от центра. Боже, ты что, думать надо? Для быстрого перемещения очень надо много думать, Канцлер. Ты отлично думаешь, ты просто гений, ты справишься, ты будешь умнее всех. Для быстрого перемещения вам будет выдан персональный телепортер, он позволит мгновенно перемещаться к вашим товарищам и на центральную ячейку. Каждая ячейка представляет из себя биом с уникальным ландшафтом и ресурсами, биом в каждой ячейке определяется случайно. Тебе на рэп-баттл надо? У меня будет рэп-баттл в этом месяце, ребят, или в следующем, уже в следующем, получается, в октябре. Помните, сила в командной работе, на этом все, удачи. Так, у нас есть хорошие вещи со старта, и нам дают карту, и смотрите, телепортер — это вот этот телефончик мобильный, мобилизация, пейджер, так сказать. Hello. Так, смотрите, нам нужна бочка, нам нужен андезит, нам нужен факел, нам нужна деревянная мотыга. Думаю, всем все понятно. Факел я тут буквально сворую с этого самого, с деревни. Вы добываете сразу же дерево. Пауза, видимо, что-то ждут. Так, Невас, короче, ты делаешь деревянную мотыгу. Хорошо. Канцер, ты закапываешь лишь андезит, да? Черри тоже закапываешь лишь андезит. Я флаг сделаю. Ой, флаг сделаю, факел сделаю. Вот. А, и бочку, Невас, потом еще бочку сделай, слышишь? Да. Без проблем. Так, я готов вкидывать факел первым. Вы все остальные знаете, что делать. Я закапываться готов, да. Так. 4, 3, 2, 1. Чанг разблокировал. Ножницы. Каменная лопата, каменный или железный, я не понимаю. В общем, я начинаю разблокировать новые чанки. Вы делаете то, что делаете. Ты уже заблокировал. Хорош, не у вас бочки теперь или... Нет, или ты бочку... Не, бочку, да, бочку. Обычный камень, точила. Ух ты. Нашел андезит, ребята. Железный. Хорош. Разблокируешь? Да-да-да, я поднялся. Либо. А куда андезит? Палки срочно. Как же я крафчу, как спидранер, господи боже мой. Так это железный все-таки? Да, это железный, железа у нас нету. А, это тоже железный, дурак, повыгут, елки-палки. Нужно, короче, кучу железа для разблокировки приколов. Наверное, так, я бегу добывать его прямо сейчас. Я не сделаю точило, ребята, пососик. Тут нужна грязь. Тут бочка, кстати. Камень нужно один или два? А, напугал, кажется. Камень-булыжник или камень-камень? Камень-камень. Кинул камень. Сейчас я сделаю, секундочку. Сейчас я бочку просто еще делаю. Так, нам железо надо, да? Да-да, очень много железа надо, Я закапываюсь еще. Точила есть, бегу. Понятно. Бегу с точилом. Так, там, по-моему, это железная дверь. Это какие-то тоже железные приколы. Факел я вижу, очень много железа надо. Сделал. Блин, факел, я могу сделать факел, я сделаю факел, не отвлекайся на факел. Только сделай еще одну точила. Кого сделай? Еще одну точила. Точилы? У меня... А, да, у меня есть... Да-да-да, я сделаю сейчас точилы, хорошо. А где оно? Оно где-то нужно? Я не вижу. Да-да-да. Дерево кончилось, блин, сейчас я добуду быстренько. Но мы пока что неплохо идем, как будто бы. Но нужно прям железо, прям сильно нужно железо, ребят. Прям просто им пипец как нужно железо. Так, это вот здесь мы открываем вот это. Там какая-то глина. Так, это рычажок, это легко. 65 за рычажок, пипец. Золотое яблоко, и это край карты уже, хорошо. А это у нас blue, light blue терракота. Light blue. Нам надо искать light blue краситель, и нам надо искать грязь. Интересно. Давайте я вот это сделаю прямо сейчас. Нам по ощущениям только железо и нужно. Да. Ну не только железо, тут еще есть приколы типа этого. Короче, копайте, добывайте железо. Ищите железо, я занимаюсь всем говном, которое не железное в данный момент. Нашел железо на вон. У меня 4 железа пока плавится.
О, нашел еще железо. Хорошо. Как много нам железа надо? Да хера. Посчитайте много, да, реально. Тут двери, тут все на свете. Это тяжело вообще. Терракот, да. Где я достану циановый краситель? Ну, лазурит я могу сделать. Кактус пережарить. У меня лазурит есть. Есть лазурит. Ага, я понял, да, я понял. Блин. Ко мне, если кто-то тэпнется за железом, я ему и лазурит дам, и железо он заберет. Я просто очень глубоко. Блин, ну я могу тэпнуться к тебе, но там какой КД, чтобы я тэпнулся назад? Мало. Ну, относительно быстро. А ты прям в шахте? Я прям в шахте, да, я в заброшенной прямо. Блин, ну давай тогда сейчас, только скажешь мне, где ты не был? И я типа пойду к тебе тогда тоже искать, пока не появится возможность тэпнуться. Так, Черри есть, здорово, давай все. Так, смотри, вот печки. Железо кинул, ляпис кинул. Ага, все, железо вообще забрал. Так, вот в этой стороне я не был. Какой стороне ты не был? Иди сюда, вот там. Андезит уже начал? Ага, хорошо. Андезит уже не нужен. Это сверху? Давай. Так. О, мы можем подсматривать, йоу. Я увидел шахту так. Я сверху. Хорошо. Я скоро подымусь, только зачекаю огромную шахту подземную. Это я бы не рискнул использовать. Понятно, говнище. Тут просто золото. Ну, золото, кстати, нам нужно для золотого яблока. Нормально, сойдет. 4 золота у меня есть. Алма. У тебя тоже 4, да? Ставь жариться, небо. Ставь жариться, мы сделаем яблоко. Уже. О, подождите, открылось что-то. Тут куча железа. Тут железная вена! Фугерс. Я нашел много гравия, ребята. Нам он нужен же? Без понятия. Ну там что-то вроде как будто бы есть, но я не уверен, что это. Я вижу справа снизу просто бетон сухой. Это же сухой бетон? Не, вот здесь нечем заняться, сделай бутылки воды и сделай грязевые кирпичи из них. Хорошо. То есть понял? Земля, вода и так далее. Сейчас, я просто выкапываю все железо, которое тут есть, и сразу же бегу наверх, делаю печку. Там у нас мега жарко. Тут прям много, у меня уже больше 20. Я копаю уголь тогда. Хорошо. Так. Так, на Невас тэпаюсь. Невас, приветик. У тебя тут печки. Печки. Я закинул вот это сюда. Тут у тебя вот это. Блин, надо еще одну, допустим. Пускай жарится. Так, теперь, что у нас не открыто? У нас вон там ведро сейчас я сделаю. Бегу ведро сдавать. Так, сейчас меч еще сделаю. Меч тоже сделал, если еще не крафте. И лопату тоже сейчас сделаю, сдам. Бегу вниз, прямо сейчас заниматься этим говном. Я так понимаю, вот туда, да, вижу, найс. Ух, сейчас мы загеймим, ребята. Давайте серый краситель вообще. Лепечка. Фиолетовый краситель, стекло какое-то, да. Железные ботинки. У меня есть на железные ботинки ресурсы. А что это просто? Никуда. Отдавайте приоритет, кстати, более дальним квадратам. Так, там какой-то песчаник хитренький и вроде Незер кирпичи. А нам портал ват надо делать, что ли? Или тут будет типа квадрат с Незером? Как ты понимаешь? Пакет-то ведро сделал? Да-да-да, я несу. Я уже лечу прям к нему прямо сейчас. Я бегу. Оранжевый краситель. Блин, оранжевый, кстати, это очень легко. Да елки-палки, как тут пройти? Ну, Незер, кстати, тут есть. Но это не тот Незер, который нам нужен, но допустим. Железный блок, у меня есть много железа. Ну там вот где жарится, да, можете это попеределывать. Короче, там золото дожаривается, я сейчас с мотыгой пробегусь, еще поломаю, может ребята, быть, листву. Два оранжевых красителя надо, они прям друг другу находятся. Йоу, давай я займусь, я видел, где цветы есть нужные. Сдам митку. Там золото надо еще? Да, золото нужно еще на поножи, там сейчас на яблоко и... Где сраное это? Я не могу найти, биом же был. Вон, я вижу, наконец-то. Да, дай пройти! Фармьте красители, и все будет у нас хорошо. Там еще угольный блок лежит. Угольный блок? У меня 7 угля есть. Так, у тебя же есть с собой этот... синий краситель, да? У меня лазурит. Дай лазурит. Держи. Так, я тут пока залутаю железо. Невас, ты с грязью разобрался? Да, уже давно. Чемпион машина. Так, я делаю вот это, и я иду выбивать яблоки. Дверь сдам. Яблоко есть. Яблоко сдам, если что. Невас, ты на поверхности? Да, на поверхности. Как хорошо. Так, что-то разблокировали. Там железный нагрудник, ребята. У кого много железа, нужно срочно. У меня железо 5. Еще в печках есть. Так, ты тэпнусь. Стой там, я сейчас тэпну, сделаю тэпну. Отмена, я тэпнусь к тебе, я дурак. А, я могу побежать туда, пока ты делаешь. Давай. А, стой, вот, на. Я кину. Так. Хорошо. Невас, у тебя есть уголь? 2 угля надо. Какой же я дурак. Держим. 2 алмазных. Ну это очень тяжело, это надо просто закопаться.
2 минуты. Так, железный блок еще один, и куча терракоты разные опять. У тебя же железный блок, у тебя можно тэпнуться или нет? На кого тэпнуться, чё? На тебя можно тэпнуться или нет? На меня, конечно, нужно. Так, смотрите, я добываю терракоту, у меня есть зеленый краситель, у кого-то есть белый краситель? Ну, кости, могу вот это все. Могу сделать. Сделай я... Ой, так, консер... сделай я тогда... Или я не знаю. Сделай тэпнись на меня. Давай так. Давай. Все, я накопал бамбук сейчас. Бамбук же можно засовывать в этот. Или нельзя? Кого? В компостницу. Наверное. Нет, бамбук нельзя. А у нас нет особого варианта. Окей, какие еще цвета? Фиолетовый, это красный и синий? Нет, это розовый будет. А как фиолетовый? Короче, у нас есть половина... Черри, дай мне синий краситель, дай. Половину где-нибудь. Вот белый, хватай. Отлично, спасибо. Так, подожди, давай, знаешь что, давай поделим, потому что я так не смогу. Смотри, вот из этого делай лаймовую терракоту. Я займусь циановой. Золотой нагрудник сделаю. Это не циановый, это... Вытер... Так, окей, фиолетовый, я иду фиолетовый сдавать. Это вот туда. Понесу 39 секунд, лаймовый. Ребята. До лаймовый надо успеть. Не бегу. Или не бегу. А. На базе кто-то работай! Есть? Это магента! Подстава, подстав! Так. Как сделать? Я ненавижу эту игру! Как туда пройти? У нас 30... Сколько? Я успею. Давай, давай, Черри, ты успеешь, я верю. Ты идешь не с той стороны. Ну ладно. Возможно, я успею. Ну короче, тут мой косяк. Я. Ну она выглядит фиолетовым здесь, нет. Я не знаю. Ну мы все равно много сделали. Абинг, как минимум. Ну да, наверное. Мы на третьем месте. Фиолетовые 34 сделали. Капец. Жесткие. Ну, Криставлен в натуре за спидранил. Ну я, кстати, не последний, нормально. Тоже на Мадженте на прошлом все обкекались. Ну. Я просто. Это жестоко. Как делается вообще Маджента? Я не помню, я не знаю. Интересный факт. Фиолетовый. Существует куча айчатов слова ложка. Мы все еще вторые, what? Мы идем. Там же подкрутка жесткая. Так, 10 секунд перерыва, ребята. Не вас вернулся? Я не отходил, я тут все время был. Блин. Тогда что ты думаешь про Minecraft Life? Классно. Новый моб делает прррр. Да, он как спина, знаете, когда встаешь с кресла. Делай это упражнение 10 раз в день, и спина болеть не будет. Щелкает. Так, а что мы теперь выбираем, ребята, с вами, собственно говоря? Что такое... А, не, это было. Я прочел салочки, как сапочки. Что? Успешных строителей, maybe? Ну, либо строители, либо догони меня кирпич. А может кирпич? Ну, давайте кирпич. Давайте строители кирпич. Это на сладкое вкусное. То есть, какие же все красивые в скинах, нарядных. Мне так нравится. Просто все ответственно реально подготовились. Побранатрик это геймерша тоже жесткая. В чулочках? Ну, тут непонятно. Мне кажется, в джинсах каких-то, я не успел увидеть. Как туда зайти? А это, ребята, закрытый чемпионат Куба сервера для пипилендовцев. Но они проводят для сообщества, это в их дискорде. Владелец сервера 1000 рублей пишут. Донатная помойка. Так, спешные строители. Я вообще не знаю, что это. Это новый режим, скорее всего. Это новый, да. Добро пожаловать, спешные строители, давайте разберемся, как в это играть. Давайте. Потом кеха твой скрин, потом. Игра разделена на 15 раундов, основная задача игры — повторить постройку в центре на скорость. Так, хорошо. Допустим. То есть это спидбилдерс буквально с Mineplex. Игроки делятся на 8 дивизионов, по 4 игрока в каждом. Разделение по дивизионам происходит на основе скорости завершения построек. То есть мы вместе или не мы не вместе, я не понимаю. Не понимаю. По завершении каждого раунда лучший игрок в дивизионе повышается до следующего дивизиона, логично худший понижается от следующего дивизиона. What? Какой рейтинг? Это страшно. Перед основными раундами вы сыграете 3 калибровочных раунда. На основе среднего времени в течение 3 раундов произойдет первичное разбиение дивизионы. Это реально ранкет. Ранкет строительства в Minecraft, реально. Какая-то. Все блоки, необходимые для выполнения постройки, будут выданы вам в инвентарь. Крафте покупать предметы не придется. Отлично, окей, это важная инфа. Это хорошо. Ты же играл в такое? Я играл, но там не было ранкедов. От 6 до 48 за нахождение в соответствующем дивизионе. Блин, ну нам нужен высший дивизион, ребята. Нам нужен первый, мы делаем. Делаем, все 4 места там делаем. Дорога в Силендер, давай, let's go. Когда на Майнплексе был этот режим, я был королем его просто всегда. Я любил его, я его обожал. Я играл в него, когда мне было типа лет 13. Это сейчас мой звездный час, ребята. Я сейчас реально сделаю. Так, калибровка. Калибровка. Начало раунда. Ну тут у нас дофига времени, чтобы... Блин, я с рандомными людьми в натуре. Ребята, я думал, мы рядом, мы сможем друг другу помочь. Ребята! Лаки.
Я как дурак полный. А оно ломается долго, да? 9,3 секунды у меня. 13,1. Вонючу трепес. Калибровка. Так, это что за гриб вообще? Ага. Сюда! 7,3. Блин, у меня 8. Плохо. Нормально, тут ребята только успевают. Это хороший результат, мне кажется. Упс. Алгас, спасибо, 14 месяцев. Спасибо, Лиса, привет. Человек, быстрее. Пока что ощущается не очень легко, но нормально. Типа, реально весело, это делать. Весело, весело. Так. Пенис широкий такой. Окей. Это баночка. Вообще-то. Семь одна. 9,5, медленно. 13,1! Как вы это делаете вообще, монстры? О, Черри, сюда! Делаем! Реально делаем! Мой дивизион S плюс! Ну в одном дивизионе делаем! У меня просто S. Делаем. Мне кажется, мне будет не с кем играть. А, нет, нормально. Так, тут какая-то... Что это за вообще улиточка какая-то? О, господи, что это? Ири. 6,2. Блин, ну ребята хорошо прям умеют. Ребята прям хорошо умеют здесь. Нас кто-то обгоняет даже, what? Да у демона понизили. Ох, ё-моё, как это запомнить? Это тяжёлое. Это тяжёлое. Это реально тяжёлое. Ладно, это легкая. Что? Ничего легкого в этом нет, абсолютно. А, подожди, я понял, да, это легкая в натуре. Я дурак. Это, знаешь, это параллельный еще IQ-тест, как будто бы. Да. Что-то я вообще протупил. Но надо обращать внимание на базу еще в начале. Это важно. Так, тут на полу все стоит. Все легко, только плюс еще вот тут вот один. Нет, пакет! Да как ты? Покидай меня! Я вылечу, думаешь? Да. Да ну. А, да, помочил меня, обогнал, посос. Посос. Ну ничего, я вернусь, сейчас увидишь. Я вернусь. Я тебя жду, я буду тебя ждать тут. Я вернусь, да, все будет хорошо. Да, я понял, что четвертый вылетает. Так, крепость стоит здесь. Ну то есть, в принципе, все просто. Да. Трефиса горит жопа. Изменение дивизиона. Сюда! Я вернулся. Я вернулся. Так, вот это пряжик. Нормально, сделаем. Реально делаем. Я обосрался! Я не сделаю, я вылечу. Я не понимаю, что не так? Что я делаю не так? Коврик. Короче, я пососал, я не понял. Я не понял, что я не так сделал? Он с другой стороны, оно не... Я дурак, все, я понял. Я тотальный дурак, да. Оно не... Ну ладно, я вернусь, Черри, не переживай. Я тебя жду. Зато в низшей лиге лучший. Блин, к тебе сейчас Владик придет, прости, я не успел первее быть. Как он это сделал? За 5,8. Мда. Ну, короче, выкиньте оттуда Владика, молю, умоляю. Пожалуйста, сделайте это. Что я слушаю? Я не могу сосредоточиться из-за этого говна. Я не первый опять. Посос. Не, первый в дивизионе, я первый, реально. Жесть. Как это сделал? Я думал, я пососу. Фу, 10 ровных.
Черри, держишься? Да-да-да-да-да. Я каждый раунд то ли на первом, то на втором. Я к тебе! Я к тебе! Ух! А тут... Железная дорога, нормально, сделаем. Да сделаем, я верю. Главное мне не ошибиться по-тупому, и все будет. Как Владик это делает с такой скоростью? Я не знаю. Я четвер... Нет, я опять вылечу. Да что за говно? Я мискликнул просто 15 раз. Нормально, ты здесь появляешься, это хорошо. Это хорошо, но мы вторые. Это не хорошо. Это мне не нравится. Меня это не устраивает. Но мы делаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Чё, почему он сломался? Кто меня обогнал? Кто меня обогнал? Кто обогнал меня? Я не понял, кто меня обогнал. Ты был рожден для этого? Так я хорошо иду. Хома чел обогнал. Иду к вам. Ух ты ж, ё-моё! Не легчайшая. Да ну. Я не легчайшая. Я опять второй, говно! Забань всех, кто обогнал тебя. Хороший план, нормально. Как желтые так хорошо идут? Я, а, или нет? Я не понимаю. У них здесь балпи. Она со мной. Только балпи, а мы типа вдвоем. Типа, смотри, я во втором, и во втором нет никого желтого. Окей, это легкое. Это легкое, тут надо просто, ну, реально сделать. Да хватит! Я сосу! Оно сломало то, что не должно было сломать. Я вылечу! Господи! Я так сейчас пососал. Полублоки — дерьмо! Худшая вещь в Майнкрафте. Тут должны быть только квадратные блоки нормальные. Из квадратов и блоков. О нет, у меня Амогус Дивизион теперь какой-то. Амогус? Да, я без понятия вообще, что это. Ну тут я точно порву просто всех, я уверен. Давай. Иначе я все еще тебя жду, пакет. Говно! Полублоки! Худшая вещь в Майнкрафте. Худшая, просто худшая вещь в Майнкрафте. Время вышло, процент завершения 100%. Нормально. О? Подсуживание. Ай, говнище! Так, нормально, вот это постройки без полублоков. Вот это мы делаем, вот это мы делаем, вот это мы делаем, вот это мы делаем. 100% вот это мы делаем. Я второй. Почему я второй? Я не понимаю. Паузи, спасибо за 7 месяцев. Спасибо за ресап. Спасибо за поддержку. Приветик, здорово. Балл, ты понизили. Хорошо, побеждаем. Это... Ой-ой-ой-ой. В центре блок, смотрите. Да, он особый. Да. Я так туплю, это просто жесть. Это просто жесть, как я туплю. Ух ты ж, ё-моё. Кубики. Халява. Нормально. Достигнуть. Это последний раунд, меня не закинет ни в какой дивизион, сосалова. Игра завершена, посчитываем очки. Но я каждый раунд почти набирал много. Блин, слабенько. 300 очков отрыв, слабенько. Реально слабенько. Это очень сильно опустило оранжевых, это хорошо, они нам в спину дышали. Кайф. Ну сейчас посмотрим, мы скорее всего первые будем, если те команды... Первые. Йоу, 200 очков!
Как хорошо, же это звать? Я топ-1! Удашеньки. Я топ-1! Альфа. Альфа. Делаем, делаем. Ты нас ведешь, ты нас всех ведешь, хорошо. Я собрал игроков, чтобы выиграть их в Майнкрафт. Так, и теперь... Что у нас теперь? Что-то мы хотели другое. Кирпичи, кирпичи мы хотели. Кирпичи, да. Но я в этом режиме прям много нам поднял. Нормально. Отыгрался за паркур. Так, чат, попробуйте теперь поголосовать. discord.kuboserver.net. Попробуйте, проверьте. Попробуйте, попитайтесь. Я пойду тоже посмотрю, как там обстоят дела. Голосование. Канал голосования, ребят. О, да, там сыпятся уже очки, там все нормально. Шерстяная потасовка, догони меня кирпич, голодные игры. Ну, большинство тут за догони меня кирпич, в принципе. Но это более фановый режим, я поддерживаю эту идею. Жесть, у тебя хот-дог? Yes. Откуда у тебя хот-дог? Мороженое есть. Откуда? Откуда? У меня нету откуда. Ой, завидуйте молча. Я же тут нашел, где похавать. В натуре. Якорь мне в бухту. Так, короче, ребята, рассказываю топ-страту для этого режима. F5 всегда нажимаете, смотрите вверх, смотрите вниз. Когда там перестает... смотрите в F5, когда есть подсветка, когда подсветки нет. Смотрите без F5, просто вверх на небо, но при этом вы стараетесь держаться на высоте. То есть вам нужно избежать той ситуации, в которой вы, типа, на кубике, который внизу, и чтобы вас не закрыло со всех сторон, понимаете? То есть вам нужно быть как можно выше. Да, да, да. И про эффекты не забывайте, есть эффекты, которые, типа, ну, дают разные эффекты. Разные два блоков дают разные эффекты, вот так скажем. А, ну тут написано, сейчас будет все, да. Да, в этой игре на вас будут падать кирпичи, и игровое поле разделено на квадраты, на каждый квадрат с некоторой вероятностью может упасть кирпич, если вы коснетесь падающего кирпича, то он догонит вас и пришибет. Это, кстати, очень осторожно будьте, оно, типа, даже на границе блока задает, то есть, если вы стоите между двух, он убьет вас. И если вы, типа, хотя бы чуть-чуть на блок залезаете, или даже если не залезаете, просто рядом с ним он убьет вас, преддискриминант. Не беспокойтесь, красные индикаторы на полу будут предупреждать об опасности, или просто следите за летящими кирпичами сверху. Вначале легче по индикаторам, потом, когда они пропадают, только наверх смотрите. Главное не пропустить этот момент. Разные цвета кирпичей дают разные эффекты при наступании на них, так что смотрите, куда прыгаете. Эффекты могут быть полезными, а могут и не очень. На арене периодически будут... Говори. Прости, пожалуйста. На арене периодически будут появляться бусты, их можно подбирать и использовать через ПКМ. Даблджамп можно активировать двойным пробелом. Игра разделена на 3 независимых раунда. Вы будете получать $3 за каждого выпавшего игрока. Пока вы отсутствуете живых, для самых живучих подразумеваются особые награды. Вы получите от 150 до 72, в зависимости от времени смерти, если попадете в десятку последних выживших. На этом все, удачи. Поэтому делаем, делаем. Десятку попадаем, ребята, все. Остальное не важно, остальное мелочи. Работаем, работаем. Главное работать. Да, реально. Попал прямо в темечко. Темечко — такое смешное слово, как темочка. А где подсвечиваются? Покер? Красные партиклы у тебя видно? Нет. Я вижу, да, периодически. Да. Блин, чел умер. Уже кого-то разбило. Ансер, проверь, партиклы — это очень важно. Вот где сейчас черный блок, ты видишь красные партиклы? Ага, вижу, вижу, да-да-да. Все, вот, нормально живешь. Fine. Я побоялся, что у тебя отключены просто вообще партиклы, это было бы, ну, жестко. Я просто блайнд, нормально. Хорошо, хорошо. Он прыгает на один блок. Понял. Там это эффект от блока. И не полностью скипоту дает. Самое лучшее — это зеленое и белое, потому что белое дает левитацию, зеленое дает jump boost и желтое дает скорость. Все остальное игнорьте просто по максимуму, старайтесь. О, я ракету забрал сюда. Вот те раз, все пропало. Вот те раз. Я так не пососу, глупо, это исключено. Это исключено. Так не бывает на свете, что были потеряны дети. Ух ты ж, ё-моё. Ух ты ж, ё-моё. Это не очень хорошо все. Ух ты ж, ё-моё. Так, все, ребят, сейчас отключается подсветка. Сейчас пойдет жопа полная. Готовьтесь морально. Летит на меня. А это тоже на меня. Я ему раз сказал, он не понимает. Я ему два сказал, он не понимает. Живете, делаете? Делаю, немножко. Делаю. Топ-5, парни, топ-5. Как же мне везет, как же мне везет. Ребята, мы все вчетвером последними остались, вы знаете об этом? Мы реально делаем? Ну я умер, но вы последние, ребята. А не вижу ничего, это смерть, походу. Давление низкое, пиздец. Ой, всем-ка. Говно, почему темный блок существует? Ну что, не, вы стыли, я или ты? Мы.
Нет, кто-то ты или я, кто-то один. Давайте, ребята, налево-направо, вперед назад, давай. Кто-то один, не вас. Кто-то один. Мы с Мишей. Блин, по-моему, мне кажется, кого-то поймали, кого-то тебя поймали. Не? Тут очки не даются за время. А, ну... Это один на один, давайте, это редкая возможность, давайте. Блин, я не вижу ничего. Это характер. Это реально, это на характер, ребята, это на характер. Я могу так весь день. На меня летит кубик. Ой, это конец. Нет, я выжил. Мы держимся в заложниках. Ой, все, вот это конец, вот это точно. Нет, это конец, подождите. Тебе левитация выпала. Это прыжок, опа, это мне. Нормально. Ой, нет, я умер, все. Фух. Ребята. На меня вообще ничего не подумал. Реально все четверо в топе, каков шанс вообще? Изи, сюда, наш. Весь этот отрыв просто. На самом деле, не знали, что это будет единственная попытка наша выйти куда-то в топ, и поэтому... Так мы были в топе до этой игры, погоди. Ну, посмейся хотя бы немножко. Так, делаем второй раз, ребята, ну у нас хорошо... Смотрите, еще? Я не хочу больше, нет, зачем? Еще, канцер, еще больше, три раза. Мы можем, давайте, ребята. А, блин. Делаем, где мы можем, мы умеем, показали сейчас скилл свой. Дальше только так. Мы будем быстрее уже, да, немножко? Не знаю. Блин, здесь. Схватили за горло и держим просто. Не, ну это что-то топ-4 вообще всей команды, это как-то я даже такого не ожидал. Подсаживают. Не, ну молодцы. На скиллухе реальной. Хорошенько такое место здесь в центре заспавнилось, мне нравится. Очень много гравитации. Отключится подсветка, скоро готовьтесь, морально, ребята, к этому. Ай-яй. Надо что-то делать. Ох ты, все, это конец Павугуда, скорее всего. Я очень тупо встал, это прям... О, нет, повезло. Ой, затупил. Я умер? Я не умер, что? Как я не умер? Я был уверен, что я умер. Я думал, это кто-то другой умер, там типа партиклы даже были. Это на меня летит? Это не на меня летит. Это на меня летит! До шансов на меня упало. Я протупил, я думал... Не, Вас, давай. Не, Вас, как в первый раз, давай, ты сможешь. Мы верим в тебя. Киберспортсмен, геймер, жесткий. Разваливаешь, уничтожаешь. Возможно, я люблю этот режим. Там я протупил, ребята, я должен был умереть еще раньше, на самом деле. Я мне прям очень повезло. Нормально у нас отрыв, кстати. Ну, вы видели. 600 очков. Ну, неплохо. Удача — это тоже часть скилла, нормально. Так, Невас, тебе остался один голубой и два фиолетовых. Да я сам как... Ладно, нет, я зеленый. Блин. Огурчик, нормально. Спойлерит ли тебе... А, ладно, что? Там же не пройти, забей. Я хотел тебе сказать, где ракета лежит, но ее уже нет. Я думал, ты заспойлишь мне мой гендер или типа того. Что? Как? Как я могу заспойлить? Сзади твой напрыжок. Ты видел? Нет. Увидел? Видишь? Но я не знаю. Не рискуй ради бухтов. Хорошо, не опускайся. Ракета в тоне есть. Как хочешь, твое дело. Топ-3, не Вас, топ-3. Да, давай. Как бы я мог заспойлить твой гендер, what? Да я не знаю, вдруг ты выберешь за меня. А, нифига этой ракетой так быстро. Так, Невас, там давной прыжок как раз за вот этим фиолетовым приколом, но, наверное, ты бежишь до него. Я сейчас на зеленый, потом на красный. Ладно, живешь. Там нет ничего, забей, там ничего нет, не иди. Нет. Риски сосед! Хорош! Как он выжил? Я видел три плиты, которые падают на тебя, и ты выигрываешь. Это было жестко. Так, ну все, делаем финальный. Тоже отрыв такой сохраняем, в половину где-то очков. Делаем. Делаем реально. Делаем. Ботинки с пружинками мне выпали. Бой-ой-ой-ой. Жалко этого добряка. А как ботинки? Кто-то юзал ботинки? Я по КМ нажимаю, да, с ними и потом просто прыгаю? Или как это работает? Да, по идее так. Ну когда уже все начнут умирать? Мне надоело. Да не прошарились уже все, не знаю как раз. Нет, они ничего не знают. Только мы знаем. Мы настоящие огурцы молодцы. Мы шарим в этой теме. Никто кроме нас как бы не сделает это так хорошо. Опа, подсветочка отключается. Ой, парни. Бля. Готовимся морально. Темно. Не, умер, наверное. Так, на меня летит, по-моему. Ох ты ж, ё-моё. Давайте, парни. А я пососу, ничего не выйдет. Давайте. Ладно, делаем. Не, закрыло. Что мне делать? Это на меня. Привет, оба. Ай, кто-то в ловушку упал. Я в ловушку упал. Ну, у меня есть ботинки, если я пойму, что это на меня. Это на меня.
Ну, так, далеко, это тоже на меня. Деле. Придется вот сюда. Оно еще и слепоту дает. Это на меня? Неохота. Ладно, оно обнулило, нормально, живем. Остались вы один розовый. Живем, 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 делаем. Нет. Фатальная ошибка. Прям... Ой, ты закроют, ко мне прыгнул. Ого, ты или закрыло. Он или ты? А на меня ребята, иди, все, давай, он, давай, он, давай, побегу, давай. Она летела прямо на меня, я смотрел смерти в глаза, ребята. Я смотрел смерти в глаза прямо сейчас. Как же хорошо, как же хорошо. Я уже на шип сел, готовился ловить лицом просто эту штуку, плюху просто так, бам. Как хорошо, как хорошо. Хочу видеть просто топ игроков прямо сейчас. Как мы хороши. Разнос пошел. Отрыв, посмотри. 10 800. Сюда. Какие же мы геймеры. Блин, ну я реально теперь чувствую, как будто я имбовую команду слишком собрал. Но я не знаю. Это на самом деле все благодаря нашим огуречным скинам, ребята. Вы понимаете, это командный дух. Это просто командный дух. То есть как бы без этого ничего бы не вышло. Курцовые. Реально, мы просто... Главное верить, делать. Рассада зарешала. А что такое шестная потасовка? Это PvP, тебе не понравится, Кансер. Давайте быстрые голодные игры. Холодные, болотные игры. Голодные. Делаем, Кансер, делаем. Ты голодный? Да нет. Ну, да он хот-дог съел в камере. В натуре, кстати. Момент с моди и монтировкой — это отсылка на ситуацию с Баребухом? Нет, это не отсылка на ситуацию с Баребухом. Отсылка на ситуацию с Баребухом — это такая уже легенда, да? Невероятная. Это все, это реально все знают без рот. Меня каждый день про это спрашивают просто. Типа, привет, Баребух сегодня выбивал зубы кому-нибудь? А, золото. А восьмая игра точно не будет играться? Восьмая — это дуэль между двумя побеждающими командами. Какая дуэль? А можно дипломатию? А там дуэль не на ПВП же вроде бы. Там стрельба из лука же, по-моему. Или нет? Или там другом? Там, да. Нет, здесь стрельба из лука же. Или нет, подожди. Или у них здесь Team Fortress вот этот режим. Что? Нет. Team Fortress — это у других. Здесь стрельба из лука. Ну, здесь стрельба из лука, то нормально, мы выиграем. Это весело, это крутая тема. Согласен. Ой, а тут еще и эти голодные игры. Блин, ребят, ну мне придется быть капитаном. Тут нужен прям жесткий капитан, который орет нон-стоп. Хорошо, хорошо. Давай, один нон-стоп просто, давай. Смотрите, главное, мы должны быть близко друг к другу, прям очень. Дальше трех блоков друг от друга не отходим. Мы один живой организм, понимаете? Максимум отошли, типа, на три блока отлутали сундук, подбежали обратно. Все. Никак иначе. Значит так, три независимых раунда классических голодных игр. Каждый день по 5 минут команды. Появляются на этой карте. Ваша задача — исследовать карту, находить сундуки с экипировкой и ништяками, убивать своих врагов. Неуязвимый с начала раунда есть, урона падения нет. Урона падения вообще нет, типа. Следите за границей карты, она будет постепенно сужаться, заставляя вас приближаться к центру. Приближающаяся граница будет издавать характерный звуковой сигнал. Если по истечению времени ни одна команда не победит, то начнется овертайм. Все игроки будут светиться через стены, получат эффект голода и периодически будут получать урон. На карте спрятаны особые эндер-сундуки. Расценивайте их как эпические лутбоксы. Все эндер-сундуки очень хорошо спрятаны, но их поиски стоят того. Ваша команда получит от 160 до 200 в зависимости от смерти полного состава. Вы получите 3 за смерть любого игрока, получите 50 за ваше убийство. Фух. Раунд! Анисер, ты слушал трек, как Оксимирон скибидит туалет? Это очень важно. Нет, конечно, нет. Почему? Почему? Ты многое теряешь. Это ударит сейчас по нашему командному духу. А мне кажется, что не теряю. Так, смотрите, мы бежим, скорее всего, всей толпой в S01. Поняли меня? Видите, где S01? S01? Вижу. Кто? Какой? Прямо сразу. Да. Я не знаю, центр лутать пытаться будем или нет? Наверное, не будем. Давай не будем. Бегу на S. Хорошо, значит, правильно, тогда сразу бежим на S01 и ищем все, что там есть. Так, тут враги. Ну, нормально, мы как-нибудь рассосемся. Давайте вот сюда. Вы за мной же, да? Вы рядом? Да, это там рядом. Хорошо. Чекайте глазами на наличие сундуков. Тут все вокруг. Так, есть ерунда, оружия нету. Потом разделим, пока что лутайте просто. Еда, деревянный топор. Хорошо. Я нашел броню и деревянный меч. И лук, и еда тоже. Так, главное не разделяться. Я нашел брони, но нифига оружия нет, просто нифига. Так, невас, я не знаю. Ну у меня ботинки тут, собственно, только. Зе. Я выкинул невас, невас. Так, все, ПВП начинается, в толпу собираемся, все вместе. Я догоняю. Нашел деревянный меч. Вот, у меня нет оружия вообще, ребята. Кто-то может дать мне любое оружие? У меня есть 5 железа, хочешь? Да, железом. Можешь удочку взять. А у тебя невас есть что-то? Он стоит. Нет, оружия нет. Все нормально, хорошо. Так, бежим. Все, не стоим. Тут что-то есть или это тупик? Тут что-то есть. Я бежу.
Так, вижу врага, вижу команду врагов. Не знаю, давим, не давим. Можно их забудить просто руками. Ну давайте пробуем, давай. Давайте. Может быть они тоже голые кто-то. Давайте, давайте, погнали, они убегают. Ребята, меня сейчас убьет. Я отхожу. Отходи, отходи, убегай. Ну не проиграем же мы, да мы должны. Так, одного забрал. За мной бегут. Закройте меня, помогите, помогите. Я умер. Зачем ты умер? Меня хуй нет. Меня убили. Канцер, канцер, убегай, не стой, беги, 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 беги. Ты лагаешь как-то? Не лагаешь? Да, я лагаю жестко, у меня пинг 350 тысяч в секунду. Их сколько там? Их двое? А вот весь в них. Канцера убили. Так, Невас и Черри, вам нужно просто дай. Жить. Вам нужно тупо жить, мне кажется. Типа не лезть на рожон, потому что иначе мы прям посадем массивно, и это будет плохо для... Ну, вы понимаете. ХЗ, как будто бы синих тоже погрызли неплохо. Блин, мы зря полезли на них. Тут гораздо более голые команды еще бегают. Прям очень голые. Ну, у них алмаз, знаете, были шмотки. Ну да, 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 протуп. Ну ничего, ничего, я просто неправильно оценил ситуацию, ребята. Я начинающий командир в голодных играх, я не виноват. Ну я виноват, точнее, но я исправлюсь. У нас еще два раунда впереди, нормально. Да, да, да. Взяли на заметку, взяли на заметку. Да. Возможно, стоило залутать центр хотя бы немного, попробовать. Ну, я видел, что желтые тоже нифига не лутали. Не, у них половина побежала с нами, половина побежала лутать центр, по-моему. А, да? Ну, у меня сложилось ощущение, что да. Что лучше, кстати, пирог тыквенный или свинина? Свинина, 100% свинина. Пирог тыквенный очень мало дает сытости. Так, желтые, кстати, по итогу вылетели каким-то образом с алмазными вещами. Так мы покусали их жестко. Их там двое осталось, по-моему. Ну да, но блин. Обидно. Я что-то вообще просто не смотрел на ХП. Пришел посос. Не убивает? Не убили. Пу-пу-пу. Тяжело, парни. Тут кинты типа бегают в алмазках. В пул. С железками. Я вообще ничего не мог найти. Он почти голый, Черри, может быть сможешь. Дюн. Второй бежит, вали, не, вали регенца. Прям беги нон-стоп. Урона от падения нет, если что. Главное от зоны еще сбеги. И от него. Он прям близко, он где-то 10 блоков. Если зафейлит паркур, то все нормально. Он не зафейлил паркур, он рядом. Типа 20 блоков, 30 блоков у тебя есть, но не очень много. Возможно, имеет смысл поесть или что-то. И бежать дальше. Так, хорошо. Ой-ой-ой. Нормально. Мансуешь, хорошо. Справляю. Все, он отвлекся на них, ты живешь, хорошо. Сбеги только с центра. Сбеги с центра, спрячься где-нибудь. Это прям центр, ты сейчас на центре. Нет, это не спрячешься ты тут. Нет, я бы на твоем месте побежал дальше и вот в вентиляции попробовал посидеть пока что. Там менее заметный ты явно. Ну тут, конечно, зона, правда? Но типа вот за ящиком деревянным перед этим можно сесть. Перед вентиляцией, ага. Так, ну ты топ-6. Если как-то влетишь подсосать, может быть что-то выйдет. Овертайм начинается. Ну я бы шел подсасывать что-то на твоем месте как-нибудь. Надо кого-то подсасывать. Кого-то в соло ищешь, кто один, может быть, с маленьким числом хп. Вот да, хорошо, откусывай. Он упал к ним, но он умер. Ну синего ты не убьешь, он в алмазке. Яблоко съел. Он бежит к тебе. Прыгай к оранжевым, тебе нужно натравить их на него. Они на него. Хорошо. Выжидай, пока они убьют его. Молодец, топ-2. Сейчас мы будем бегать. Ну я не знаю, как ты сможешь их типа разэтовать, их очень много. Их всего двое. Если ты одного как-то убьешь, то у тебя будут шансы на победу. Но я, мне кажется, они типа у них очень много хп сейчас. Да. Нет. Нормально. Хорошо. Ты прям хорошо дожил, да, учитывая, что мы слились вначале, хорош, мы пятые. Неплохо. Но нас мало, у нас очень мало. Мало, но нормально. Мы все еще будем первые, в случае чего. У нас отрыв косарь, чтобы вы понимали от всех остальных команд в общем счете. Да? Так, смотрите, отсюда на S3 я и Черри идем лутать первые три сундука передние, а вы бежите сразу вот туда назад, чекаете все, что можете там, и как только ПВП врубается, мы вместе. Вот такой план. Черри, ты центральный или нижний? Я лево-нижний буду пытаться. Хорошо, я попробую центральный. Меч забрал, нагрудник забрал. Я забрал топор. Бегу за ребятами. Да, бегу за ними тоже. Топор штаны забрал. Так, у нас еще 30 секунд до ПВП. Надо максимально лутаться, парни.
У меня есть топор, если у кого-то нет оружия. У меня есть и меч, и топор, я могу поделиться с кем-то. У меня есть два меча, у меня есть железный топор, йоу! Делаем. Делаем в натуре. Так, канцер со мной. Канцер, погнали, надо возвращаться к ребятам. Осталось 4 секунды. Кратнее. У меня броня есть, у меня очень много брони. Канцер, где ты? Не броня, я броню лутал, what the fuck. Блин, идем, да. Зеленый, видите меня? Соединяемся. Бежит. Где? Заберем, может? Или не бойтесь. Невас, где ты? Я иду к вам, я сверху. Ждем тебя. Так, мы немножко двигаемся. У меня брони вообще нету, парня. У меня нету. Оружие у всех есть? Не броня есть, подожди. Оружие есть. У меня есть каменный меч. Возьмите, если надо кому-то. Так, Невас... Давай, возьми лучше. Так, хорошо, давайте не стоим, двигаемся. Идем, идите за мной. Надо броню найти мне. У меня вообще нет никакой. У меня есть броня, подожди, у меня есть стой. Okay. Штаны? Не, что? 28 стрел есть, лук тоже есть. Что-нибудь побольше надо. Здесь? Мы круговую сделаем. Да, я понимаю, но надо зачекать, если тут лут. Тут сундук вроде бы был. Чекал. Нет, так, тут команда, они. Не надо, отмен. Назад, в тоннель, там оранжевый, в тоннель, ребята, в тоннель. Да не туда, в тоннель! А мы не могли уже, нас отрезали. Вот куда ты бежишь? Бля. В смысле вас отрезали? Канчер! Почему ты просто стоишь? Там не бежать. Ребята, помогите! Их четверо. Меня забил мужик топором. Как же я сосу? Как монстр дерешься? Меня убивает, что за говно? Ну почему? Почему вы не побежали за нами? Почему? Там сюда он уже был, почти там. Тоннель. Вы бы пробежали спокойно. Ё-моё. А, не вас. Нет. Я убегаю. Делай. Ну вот это не моя уже вина. Ну тут, ну да. Да, мы разделились очень плохо. Тут вообще можно кто-то пройти или нет? Или тупик? Можно. Там меч железный валяется, кстати, на полу. Но так, не прыгай, там тканей. Они увидели тебя. Да, не знаю. Они сейчас улетели, не вас. Тебе идут фиолетовые. Тебя с двух сторон окружили просто все. Дядя Пугат, что делать, ты бразер? Если я хочу себе домашнего модератора? Огромные удачи и хорошего стрима. Живешь. Ой-ой-ой, не вас. Нормально, до вентиляции добежит и выживет, все хорошо. А, ну да, вентиляция. Ты правильно бежишь. Контейнерам. Там есть синие. Ну, тебе надо их доджить по максимуму. Я побежал налево на твоем месте, оттуда можно на центр будет попасть. Да, беги сейчас... налево, пока проход есть. Вот тут не торопись, тут места много очень. Тут прям выход на центр, видишь? Туда не пройдешь, нет, туда не надо. Там враги. Я бы на твоем месте залез на другую панельку, которая повыше, и там бы стоял. А, или ее съест зона, не понимаю. Блин, как же воробуш фокусит? Он упал. Хорошо. Заре. Не падай только, не падай. Нормально, выжидай. Мансуй, прячься, не пытайся даже их пока дамажить, пока они начнут грызться. Выжидай. Правда. Так, потому они начинают драться, люди. Хорошо. Имеет смысл пострелять, подсасывать, попробовать, кто лоу хп, если они у тебя в поле зрения. Какая же грызня у них, ух. Блин, фиолетовые, по-моему, задоминировали, кстати. Йоу! Фиолетовые делают, реально. Кайф. Это хорошо. Нет, ну фиолетовые за нами сразу. Ну фиолетовые, типа, одни из самых сильных сейчас тут в ПВП. Против кристалленных хамачела тяжело. Офигеть, он взлетел. Подожди, он там остался, они не поняли? Как он это сделал вообще? Он их затроллил? Он затроллил 4 человек? What? Ты убил его, Невас! Хорош! И что мне делать теперь? Убивай Туфку! Требую дуэль Туфки. Туфка. Ребята! Они к тебе уже идут! Дуэль! Он сделал! Он сделал 2 килла! Каким образом? 3 получается в общей сложности. 3, да, чё, просто вошел в топ, на... Невас, машина. Суэнг. Вырвал. Делает. Как? Так, ребята, ну в этот раз мы точно научились. Лутаем центр и бежим на S3 опять. Мы уже на S3 были, мы знаем, как там. Черри, наверное, я левый, ты правый, норм? Да, давай. Там Флинт вы... 0-3, да? Можно паузу, там люди просят. Пауза.
Пауза! Говно нет, я пропустил сундуки из этого. Ну я только топор забрал. Ну, Сос. Топор это уже ничего. У меня вообще... У меня печень... 4 печеньки. Так, ребята, супер далеко не отходите. Нам надо будет собраться сейчас вместе через 30 секунд уже. Держите это в голове. Ни одного сундука, правда. Ни единого. Как люди сундуки находят, я не понимаю. Как люди находят эндер? Блин, мистер Флинт вылетел, очень обидно. Мы... Ну, поздно сказали про паузу. Досадно. И на каком месте? Так, ребят, собирайтесь! 10 секунд, 10 секунд, где вы все? Кто так далеко? Кто? Небус, почему ты в Африке? Потому что я этого сундука не нашел. Come to Brazil. Дай, пожалуйста, предмет сесть. Так, канцер, смотри, вот тебе оружие, вот тебе два оружия. Вот тебе ботинки, у меня больше ничего нет особо, я тоже голенький. Погнали, лутаемся, нам нужно торопиться, бежим. У меня оружие нет никакого. Подождите, канцер, все, бежим. Я эндерчест нашел, и тут просто ботинки, просто магазин Adidas я нашел. Три оружия, одну штуки было. Вот золотые ботинки Дивяна можете меч. Взять, ребята, кому надо. Дивяна топор. У меня есть. Если нужно кому. У меня еще не есть. Идем за пакетом, идем. У меня нет просто. Нам нельзя извиняться. Ни сундука, ни людей, никого, ничего. Вы рядом, да? Да. Я рядом. Кучу брони нашел. Хорош. Хорошо. Кольчуга на тело. Есть у кого-то? Фугот, тебе кольчуга. Давай. А, вот вижу, да. О, блин. Держи. Есть. Нашел стрелы. Кайф. У кого стрел нет, и есть лук. Если найдем верстак, я смогу сделать два железных меча. Есть лук. Под нами дерутся. Подождите, канцера. Железный нагрудник нашел. Одевай. Кольчужный канцер нужен на грани, у вас кольчуга у всех, хорошо. А штаны есть у кого-то лишние, может быть? Да, минимальные есть, вот эти. Пойдет. И да, кому-то нужна? 29 арбузов есть и 4 рога. Да, пока норм. Я нашел верстак, ребята, сейчас будет 2 железных меча. Делаем. Вау. Подарок судьбы. Нашел... Кому железный меч? Скинул, возьмите. Там филеты впереди, что? Держи. Невос, я в тебя кинул шлем. Йоу, пакет, сейчас будет еще 2 железных меча, ребята. Подберите шлема, парни. Я подобрал. Подобрал. Канцер, железный меч, черри, железный меч. Не, мне меч не нужен, давайте кольцо. У нас у всех мечи теперь железные. Сзади. Канцер, возьми меч. Давай. У нас у всех мечи. Подождите, я хочу покрафтить. Давай. Крафти не вас. Канцер, сколько у тебя пинга? 3000. Ты просто флеш, я не знаю. То тут, то там. Яблоко. Я скинул яблоко. Спасибо. Так, погнали сюда, там какой-то... Там желтые убегают, можно килку сосать, нормально. Мы бежим за тобой. Мы далеко пока что. Там не только желтые. Я бегу за желтым, чтобы килл подсосать, бегите за мной, пожалуйста, молю. Давай, мы за тобой бежим. Но мы немножко отстаем. Аккуратно. Мы не сильно отстаем. Да сколько по тебе ударить надо еще? Это вы по нему стреляете, да, это вы? Мы на границе, нам... Да. Понят. Убил! Мы бежим. Хорош, возвращайся. Тут зона идет. Да, наверх. Все наверх. Наверх или здесь? Только не упадите, смотрите. Осторожно. Верх центр займем? Нет, рано, мне кажется. Давайте бегать дальше, тут подсасывать какие-то команды, которые будут убегать от зоны. Может быть, если они будут. Но мы типа в безопасной зоне. Фиолетовые все еще живые. Опасно. Да, в целом все опасные здесь. Я вижу, по-моему, оранжевых. Их, по-моему, трое, может попробовать влететь. Но я не знаю. Может, я убил сюда демона! Хорош! Добиваем, они убегают от зоны, добиваем. Зона отрежет меня, скорее всего, от вас, ребята. Вы меня тоже отрезали. Я через другой вход пойду. Кто не успел, да, обходите по другой стороне. Убил центра. А где еще один? А вон вижу, да. Хорошо! Да, машина, канцер, машина! Дед килл за 3 раунда, let's go! Хорош, зато какой, канцер, зато какой! Там фиолетовый и синий, не знаю, фиолетовый фут. Топор нашел. Так, по нам стреляют, кто стреляет? Это фиолетовые стреляют. Стрелы, говорил, кто-то есть у кого-то. У меня они уже собираются 7. С полраза. О, они грызутся! А... Бежим добивать! Быстро к ним. Убил циклона. Тушку убил. Сюда!
Завершающая, приятненькая такая. Хорошо, хорошо. Посмотрите на топ киллов, ребята, боже мой. Это мы, это мы. Это мы, реально, это мы. Кайф. Кайф. Блин, мы реально одной игрой просто камбэкнули две игры полного сосания. Кайф. Это идеальный финал. Так, теперь финальная игра. И насколько я понимаю, это будем мы против... Против... Да против кого? Против фиолетовых. Фиолетовые жесткие. Вот это отрыв. Это очень, вот это очень жесткие, реально. Блин, я топ-1 турнира, реально, пипец. Жесть. Вообще хорошо. Ну, блин, ответят комментарии. Это уже не вопрос команды, это вопрос, ну, это скиллуха, понимаете? Мы же все равно по итогу первые сейчас в финал вышли. Нормально. Ну, теперь надо финал выиграть, ребята. Теперь надо выиграть финал. Да, у Кансера 3000 пинга, он сейчас их сделает. Блин, Кансер, реально, ты же телепортируешься буквально. Просто прыгай туда-сюда. Ты знаешь, что ты режим Кансер? Способность. Да. Ты просто, ты супергерой, реально. Yes. Ты мой супергерой просто в любой ситуации, понимаешь? При любом раскладе. Да. Это финальная игра чемпионата. В этой игре примут участие две лучшие команды по итогам прошедших игр. Игроки команды, победившие в высших баллах, объявляются победителями чемпионата. Для победы в игре команде нужно держать победу в 4 раундах. Команды появятся на своих половинах поля. Осторожно, у нас тут скользкий пол. Воздуха нет. Команды, занявшие первое место... По итогам предыдущих игр получает матчпоинт. Таким образом, для победы команде на первом месте нужно 3 очка, команде на втором месте 4. Видите, да, у нас на один квадратик желтый больше в сбоку. Каждый участник получит специальное устройство для запуска специальных стрел путем передачи им ускорения отпусканием заранее натянутой рукой специальной нити, закрепленной с концов специальным узлом к основанию в форме дуги, напоминающей лук и называющейся вышибатор 3000. Они специально это написали, чтобы мне было сложно посчитать, я уверен. Да. Мы выдадим каждой команде по одной стреле, упавшие с арены стрелы будут возвращаться на ту половину поля, где они приземлились, стрела убивает игрока с одного попадания. Это очень важно, ребят, это надо помнить. Кто из вас лучший лучник вообще, давайте так. Ну, я немножко могу вроде бы. Все, значит, берет Невас или Черри, если вы по центру спавнитесь. Угу. Если нет, то, ну, значит, я... Я не знаю, Канистер, у тебя пинг влияет на стрельбу? Ну, нормально. Почти наверняка, да, я думаю. Блин, тогда просто прыгай, ты будешь неуловимой мишенью. Я буду прыгать как никогда. Хорошо. С ходом раунда граница поля будет сужаться. Не волнуйтесь, играйте слажно и все получится. Окей, ну все, не волнуемся. Вы только говорите, сколько у них стрел? Потому что я тут впервые. Там одна стрела на одной команде, она на другой. Ну я буду кричать, у кого сколько стрел. Они сразу стрелять будут? Проверим, посмотрим. Стрела спавнится на черном квадрате вообще. Так ты бежишь? Да. Да, сразу уворачивайтесь. Да, сразу прыгайте. У Хомачелла, насколько я понимаю, стрела. Но они будут ждать, пока я выстрелю. Нет, Хомачелла стреляет! Целится. Непредсказуемо идете траекторию, жестко. Он все еще целится. Я не попал. Я просто расстрелу. У них две стрелы, осторожно. Просто прыгайте. Мимо. Не одна промазали. Есть. Он все еще целится. Он целится, Братья. Да, он очень близко встал. Блин! У нас Пинг две стрелы. Вторую стрелу взял. Я взял. Ну давай стрелять, тут я не знаю, какая страта нам нужна, не нужна. Я просто промазал говно. Уже видел новые видеоотклоны. У них две стрелы. А вообще очень крутой видос получился. Спасибо, Маколя, спасибо. Спасибо, Знат. Потом обсудим. Одна мимо, вторая мимо. Вторая. Я взял одну. Одну взял. Давай с двух уголков вот так зайдем, чтобы они нервничали. Да, хорошо, отлично. Минус. Минус, хорош! Так, у них две стрелы, осторожно. Меня убили. Плохо. Вторая у Людко тоже целится. Мимо. Я обе стреляю. Бери. Давай, попробуй. Ой. Хорош! Нормально. Так, прыгайте как никогда, ребята. Кансер в натуре это делает, он избранный из матрицы. У него две стрелы откуда? Так, давай, Черри, да, давай, твои две попытки. Ой. Делай это. Надо. Хорош! Красавец, так, еще два раза так же и делаем. Кансер буквально эндермен, он, вы видели? Он обтелепортировался вокруг стрелы прямо сейчас на моем экране. Я не знаю. Так, Черри, давай ты, наверное, бери. Да, давай. Ты размятый, ты крутой, ты сильный. Я в тебя верю. Бегай в две одновременно, это как? Не, в две одновременно он прав, типа надо туда и потом все. Они сразу стреляли мимо? Или мне показалось? Они не стреляли, нет. Окей, мне показалось. У кого стрела из них? Не знаю.
По-моему, у Хомачал спалил руки, я стрела у него. Да. Видимо ждет, пока будем стрелять. Хорош! Хорошо. Хомачал забрал вторую. Не зря стрелы. Хомачал отдал Людуку одну. Нет, не пытался отдать, не вышло. Отдал Людуку одну. Нужен перпендикулярно двигаться. Я убил. Блин! Не, возбери! Ребята, давайте. У нас обе стрелы. Да-да-да, одна у тебя, одна у меня. Я вышел за предел, стоп, нормально. Как это? У них одна стрела. Минус! Хорошо. Вторая. Делайте, делайте, парни. Он дал Туфке одну стрелу. Двигайтесь перпендикулярно им. Не стойте прямо. Да-да-да, я так пытаюсь, я так пытаюсь. Я пытаюсь понять его. О, не-не-не, он очень рядом. Мимо один! Хорошо, хорошо. По-моему, мимо второй, или показалось? Не уверен. Не-не-не, он второй не выстрелил еще. Мимо вторая! Промазал. Не, возбери. Да, у них разделись, да. Давай выносим их за этот раунд. Надо, 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 делаем. Убил. Не убил. Удовки обе. Мимо, да? Обе мимо. Давай, давай, делаем. Туфка, туфочка, туфачка. Туфяра! Туфяра сейчас, давай, давай, давайте, попадите. Сюда. Хороши, хороши. Ну в сухую просто, в сухую пока что. Пока что легко, пока что даже легко. Нормально, делаем, делаем, делаем. После такого начинается резня. Спасибо, модератор. И смерть, кровопролитие. Я попробую стрелу отыграть. Привет. Давай, давай. А новая стратегия маджангов, как то скажется на пол. Каждый сезон уже привязан к версии майна. А теперь они будут выходить часто. Скорее всего, на попал останется, как я есть модератор. Вряд ли попал будет обновляться по ходу сезона. Такой спойлер. Хомачал забрал стрелу. Хомачал, хомачал, хомачал. Там по ситуации посмотрим, короче. Я сбил его! Хорошо. Забрал стрелу. У них стрела прям на краю. Ничего не забрали. Да, я промазал. Так, у них две стрелы, осторожно. Спасибо, модератор, спасибо за кучу денег. Я потом скажу, но если вкратце, то по плану все как обычно оставить. Типа, один попал, одна версия. Одна промазала. Не берите стрелу, главное. Представлен целится. Они будут пострелять ловить. Мимо, мимо! Я беру одну. Так. Хорошо. Я прям тоже делаем! Мимо одна. Главное, не берите стрелу. Пока что. Блин. Он меня поймал. Давайте, давайте, парни. Я вас верю. Один человек. Я вообще куда-то не туда понял. Не торопитесь, главное, не торопитесь. Хорошо. Зеленые огурцы побеждают в чемпионате! Сюда, сюда, изи. Легчаешь. Нет, Кайсер, тебе надо будет клип посмотреть. Я тебе говорю, ты обошел просто вокруг стрелы, я тебе клянусь. Фейерверк в нашу честь! Сюда! Ура! Легендарнейшие! Кайф! Блин, я так неловко себя чувствую. Почему вообще мы победили? Позвал всех, победил сам. Да, это отличная победа. Ну вообще, я не виноват. Мне предложили это ребята из Куба сервера. Кстати, спасибо им, ребята, Дискорд, Куба сервер. Открутили! Покрутили! 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 Подкрутили! 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 Легко. Вот скриншот все, пожалуйста. Вы будете это у замка, все замка у замка. Да, у замка, у замка. Кроме побольше. Я на первом месте, ребята. Давай на фоне монитор, который ты обливал. У меня скин говна, можно? Замок круче всего, замок круче всего. Да ты там сиди, все. Блин, кстати, респект всем, кто сделал вот эти скины командные. У нас тоже видели мы огурцы. Хомачел, это видел наши командные скины. Блин, Федотир, ты поднебесный? Честно только. Да, это поднебесная девочка просто рядом. Я рисовал в 3 часа ночи скин поднебесного. Блин, я понял, что вы девочки и что это поднебесный, но я не связал этот факт во время игры.
Было бы скрутиться на твоей совести, если он бы выиграл, он бы стоял бы здесь, на этом сервере до конца просто мира. Это наша просто гигантская цель. Диск бы на сервере. Мы стояли вчетвером. Вугуд, докажи Федотиру, что шутка про то, что ты выбьешь зубы из видео, это из-за барабуши ты это придумал. Ну, да, это из-за барабуши я придумал, да. Ладно, 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 признаю. А я репортнул. За что? Я не могу забыть, между прочим. Блин, Владик, ты же нарежешь, как мы с тобой дуэлились весь все это...